В начале войны Гитлер сказал группе своих приближенных офицеров: «Первая половина моей жизни уже закончилась. Многого я достиг, многое, однако, еще нужно сделать, чтобы спасти будущее нашего Рейха. Следующие годы будут основными годами в моей жизни, пока, наконец, в 42-м или 43-м я не завоюю всю планету. И каждый год будет самым главным в моей жизни». Сентябрь 1939-го. Война Гитлера, 1940-1943 года. «О Господи, — писал Гитлер в своей автобиографии, — благослови наших солдат. Суди сам, что нам еще оставалось делать, чтобы защитить свою свободу. Господи, защити наш бой». Шел июнь 1940 года. Адольф Гитлер только что завоевал Францию. Выполнив свою давнишнюю мечту, он навестил неповрежденную столицу Франции. Его приближенные офицеры прибыли вместе с ним. После 10 месяцев войны Гитлер завоевал почти пол Европы. Эта последняя победа над Францией уверила его в том, что он непобедим. Гитлер действительно был силен. И все-таки военно он был еще не первой державой в мире. Поэтому он решил устранить эту проблему. В конце концов, он стал готовиться к следующему нападению, нападению на Советский Союз. Амбиции Гитлера были всегда впереди его. Он хотел покорить весь мир перед своей Германией. И хотя между ним и Сталином был заключен договор, он видел, что эта большевистская держава самая главная угроза для его Германии, и поэтому он решил атаковать ее, прежде чем она станет слишком сильной. В то время у Гитлера возникла еще одна проблема. Франция пала, но маленькая британская армия успела возвратиться на свой остров, и теперь она стала враждебной державой для Гитлера. Гитлер никогда не хотел объявлять войну Англии. За несколько лет он сказал своему заместителю Хессу: «Я не хочу воевать с Англией. Я решил это еще с того момента, как стал политиком». Теперь он вынужден был приготовить 12 дивизий на тот случай, если придется принять необходимые меры. И все-таки после того, как прошло полгода со времени завоевания Франции, британский премьер-министр Черчилль, которого Гитлер называл дилетантом, отказался заключить мирный договор с Гитлером. Таким образом, Гитлер увидел перед собой двух основных врагов — Англию и Советский Союз. Сталин поздравил Гитлера с его военным триумфом. Однако теперь
Россия решила вторгнуться в Румынию. Гитлер сказал своим офицерам, что мы первые атакуем Россию. Германский народ уже отмечал победу Гитлера. Гитлер, однако, боялся наносить удар по сразу двум супердержавам. Он говорил: «Я чувствую себя как охотник, который встретил двух тигров и у которого в ружье осталась всего одна пуля. Какого тигра атаковать первого?» Он долго думал над этим вопросом и решил бросить свой удар против России. Он должен победить Красную армию в течение 41 года. Прежде чем Соединенные Штаты поймут, что происходит. 6 июля Гитлер возвратился в Берлин. Был объявлен национальный праздник по всей стране. Доктор Геббельс сам возглавил радиопередачу. Радостное настроение вернуло Гитлеру чувство его достоинства. Он решил обернуть свои силы против большевиков сейчас или никогда. Он говорил: «Никогда еще Германия не имела такого лидера, как я». Несмотря на этого, он разрешил своим военачальникам готовиться к наступлению против Англии. Потом он выступил перед своими военачальниками. Он призвал Англию к здравому смыслу. Гитлер стал убеждать мистера Черчилля в том, что ему стоит соединиться с ним и обрушить свои силы против России. Однако Черчилль отказался. Тем самым опрокинут все расчеты Гитлера. 20 лет Гитлер мечтал о союзе с Англией. И теперь в этой войне все его мечты рухнули. И он сам понял, что всех в этих мечтах не было никакой надобности. Однако Германия имела только 5 дивизий на востоке. Теперь эти дивизии начали пополняться. Война с Россией, сказал Гитлер, неизбежно. Последние дни июля Гитлер созвал своих командиров и решил объяснить им, почему Германия должна ударить первой. Если Россия падет, он сказал, Германия потеряет свое, Англия потеряет свою последнюю надежду на спасение. Его доводы оказались убедительными. И в августе 40-го года он издал приказ готовиться к войне с Россией. С этого дня все остальное было лишь маскировкой к предстоящему сражению. Внезапно Британия начала атаковать. Гитлер не хотел обрушивать свои войска на ведущие города Англии, включая Лондон. Но в конце концов он был вынужден принять какие-то меры. Гитлер поручил своему начальнику Герингу задание сокрушить военно-воздушные силы Англии. Однако Геринг был до того нерасторопен, что эта операция так и не началась до 8 августа. Отдыхая иногда под лучами солнца, Гитлер часто думал о том, что он сделает, когда вся Европа будет перед его ногами. Он построит великую империю. Он возведет новые города и перестроит Берлин. Я буду почитаем своими врагами. И даже мистер Черчилль, который отказался сейчас подать мне свою руку, упомянет обо мне в своих мемуарах. Воздушная война против Англии обострялась, и 25 августа бомбардировщики Англии появились над Берлином. Рейд закончился, в результате погибло много мирного населения. Гитлер возвратился в Берлин. Атаки из Лондона возобновлялись. Рудольф Хесс начал секретные переговоры с военачальниками Англии. Набеги продолжались, и 4 сентября Гитлер объявил на своем собрании
что если Британия будет продолжать громить их Берлин, он будет вынужден атаковать Британию. «Если они будут атаковать наши города, — сказал он, — мы взорвем их жалкий островок». Берлин был разбомблен на следующий же день, и через день Гитлер послал все свои военно-воздушные силы на Лондон. В следующий месяц в Лондоне погибло 7 тысяч человек, из них 700 оказались детьми. Гитлеру теперь было оправдание. Мистер Черчилль сам спровоцировал его на этот поступок. Однако фюрер был уверен в том, что Англия сдастся даже без вторжения. Тем временем, три армии были посланы на восток. Гитлер возглавил свою миссию в Румынию с целью защитить нефтяные промыслы. Гитлер сделал последнюю попытку подкупить Сталина, пригласив его премьер-министра Молотова в Берлин. В это время Италия атаковала Грецию. Гитлер встретился немедленно с Муссолини, который встретил фюрера со словами: «Мой фюрер, у нас проблемы». Все страхи Гитлера исходили из того, что итальянцы не оправдают его усилий. Британцы помогли Греции. И Гитлер приказал своим войскам готовиться к нападению против Греции. Кроме того, ему было необходимо вторгнуться в Югославию. Гитлер стал готовиться к своей предстоящей схватке. Унижение Италии дало повод Англии обрадоваться. Однако Гитлер приказал своим войскам выступать против военно-морских сил Англии. Россия оставалась единственной территорией, куда Гитлер еще не простер свои руки. 12 ноября Молотов прибыл в Берлин. Он жаловался на то, что приготовление к войне с Востоком все еще продолжается. В течение последующей дискуссии Гитлер вспомнил требования Сталина. Он требовал, чтобы мы отдали ему наши военные базы, подступы к Северному морю. Он требовал Константинополь, Румынию, Болгарию и Финляндию, где мы победители. Когда Молотов оставлял Берлин, у него было ни единого сомнения в том, что Гитлер набросится на Советский Союз. Однако тогда Молотов не мог предсказать финальность этого нападения. Атака на Советский Союз была назначена на 1 мая 1941 года. Гитлер сказал тогда: «За три недели мы будем в Ленинграде». Тем временем германские бомбардировщики громили подступы Англии. Кроме того, Гитлер начал подводное нападение на Англию как самый лучший путь поставить последнюю на колени. В это время Геринг уезжает в свое поместье. Восемнадцатого декабря генералы доставили Гитлеру последнюю разработку нападения на Советский Союз под кодовым названием «Барбаросс». В этом документе планировалось захватить Советскую Россию за несколько месяцев до того, как будет закончена война с Англией. Гитлер хотел решить эту проблему в течение 1941 года, чтобы потом разобраться с Соединенными Штатами. Однако Италия не повиновалась его планам. Греки откинули силы Муссолини обратно в Албанию. В Египте британские войска
скинули силы Муссолини обратно. Believing that Germany was tied to Italy for better or worse, для того, чтобы положение на этом фронте не стало еще хуже, Гитлер послал туда две своих армии под командованием генерала Роммеля. Однако теперь Гитлер понял, что генерал Франко не согласился участвовать в его войне. Гитлер сказал, что Испания падет под его натиском. Теперь первые дивизии стали двигаться на фронт, чтобы не оставить ничего от мятежных войск. Теперь для германских солдат не существовало границ. Эспионаж невозможен. Мапы не существуют. Однако трудно было поверить, что у Германии было слабое представление о тех, на кого они собираются напасть. Например, они не могли представить того, что у России в то время было больше 10 тысяч танков. Вся стратегия Гитлера планировала захват России за несколько месяцев. Больше он не хотел тратить на эту страну времени. Ни один человек не смог подчинить под своим руководством такие громадные силы. Вскоре первые германские солдаты уже стояли на границе Греции, так же, как их предки в 1918 году. За неделю до конца марта 1941 года Гитлер опять посетил Вену. Его младшая сестра, работавшая в местной больнице, сказала ему тогда: «Иногда я захожу в церковь и молюсь за тебя». На что Гитлер ответил ей: «Я абсолютно уверен, что Господь воюет на нашей стороне». The sudden overthrow of its pro-Axis government makes necessary the speedy subjugation of Yugoslavia. Внезапно он должен был переместить все свои силы в Югославию. Таким образом, пришлось отменить или перенести позже план Барбаросса. Но и здесь судьба была на его стороне, потому что в это время на Западный Советский Союз обрушились проливные дожди, дороги размыло. Наступление стало невозможным до начала июня. В начале апреля дивизии Гитлера вторглись в Югославию и Грецию. Вскоре пал Белград. Больше 70 тысяч человек было убито. Югославия сдалась после 12-дневного сражения. Германия потеряла всего-навсего 151 орудие. Греция капитулировала только после тяжелых боев. И как награда за эту смелость, Гитлер приказал освободить всех пленных. «Я воюю против Англии», — объяснил он дипломатам, — «а не против этой маленькой страны». Греция сдалась гитлеровским генералам, однако отказалась сдаться Муссолини. Муссолини был очень оскорблен, и он планировал новый трюк над Гитлером. Он разнес по радио новости о капитуляции Греции итальянским войскам, таким образом подчинив себе всю Грецию. На некоторое время Гитлер не мог ничего сказать, однако ничто не нарушало его отношения. Англии пришлось убраться из Греции. В Северной Африке также произошла унизительная акция против мистера Черчилля. Его войска отступали, и генерал Роммель решил не останавливаться до тех пор, пока не завоюет весь Египет.
On May the 4th, Hitler delivers a gloating speech. 4 мая Гитлер выступил перед своими офицерами. Его помощник Рудольф Хесс сидел недалеко от него. Он по-прежнему настаивал на встрече с глазу на глаз с британским правительством. Гитлер согласился, и через 6 дней Хесс полетел в Шотландию с договором о мирном развитии. Миссия его не удалась, и он остался в тюрьме до конца своих дней. Гитлер решил, что план Барбаросса следует начать 22 июня 1941 года. В мае он обрушил свои последние массированные атаки на Лондон. Он торопился еще и потому, что сам Сталин планировал атаку. Гитлер видел советские судорожные приготовления к войне и их новое развитие военно-морских сил. Против этого Гитлер решил посетить свой собственный флот. Он нашел его самым могущественным флотом во всем мире. И 22 мая, по приказу Гитлера, первая эскадрилья выдвинулась для специальной миссии. Can't we fetch the ships back? At first, all goes well. Сначала все шло великолепно. Им удалось потопить британский корабль за 5 минут, при этом не было нанесено никакого урона. Однако вскоре они повстречались с авианосцем. Некоторое время они стояли, смотря друг на друга. Но через некоторое время германским войскам удалось перехватить сигнал, где они узнали все, что они хотели. Оказалось, что этот авианосец не способен сражаться. Таким образом, кольцо над флотом Англии сомкнулось. And sinks with colors flying. Флот Англии был потоплен. Вместе с ним было потоплено 2300 жизней. Однако эта победа не особо обрадовала Гитлера. Она всего-навсего доказала преимущество его флота. In only a few weeks, Barbarossa will commence. Барбаросса должен был начаться через несколько недель. И лишь теперь Советский Союз начал пожинать плоды ненависти, которые Сталин рассеял среди своих соседей. Румыния, Венгрия и Финляндия все решили помогать Германии. Опираясь на принцип, что жертва не задает никаких вопросов, Гитлер приказал своим генералам то, что их шокировало. Он приказал всех захваченных в течение войны с Советским Союзом подвергать особой обработке. Гитлер сказал, что они должны умереть, если они решили поднять свою руку против нас. Генералы одобрили этот приказ. Эти съемки показывают нам жизнь за несколько дней до начала плана Барбаросса. On the 20th, every unit commander 20-го каждый командир секретно получил послание от Гитлера, в котором заключались следующие слова. К этому моменту самые гигантские в мире приготовления закончились. Вскоре мы откроем самую большую в мире войну. От вас зависит не только исход этой войны и не только завоевание этой страны, но и завоевание всей Европы и поддержание на ней культуры и цивилизации. Германские солдаты, в ваших руках судьба Рейха. И да поможет нам Бог.
22 июня 1941 года Гитлер обрушил свои силы на Советский Союз. Через два дня Гитлер переехал в свой штаб. Отсюда, из этой избушки, великий вождь планировал командовать разгромом Советского Союза. Адольф Гитлер в возрасте 52 лет решил одолеть Россию. Его великие легионы шли через поля, через луга, подвергая порабощению украинскую землю, пока, наконец, не остановились перед Кавказскими горами. Сталину удалось уменьшить панику среди своих солдат, и он объявил Великую Отечественную войну. Это сулило Гитлеру большие потери. Его танки Сталина оказались значительно сильнее, чем говорили Гитлеру. Германия столкнулась лицом к лицу с храбростью и мужеством русских солдат. Русские дожди также составляли большие трудности в продвижении. Even Hitler is shocked at the extent of the front-line preparations that Stalin has made to attack Germany. Если бы Гитлер знал, какие Сталин приготовил сюрпризы Гитлеру, если бы он знал, сколько сил Сталин прячет в лесах, вот танк, который весил 52 тонны. Были машины, которые весили целых 100 тонн. К концу июля 1200 советских танков было захвачено или уничтожено. Гитлер однажды сказал своим офицерам: «Если бы я знал, как много у них танков, я бы дважды подумал о вторжении». Однако Сталин воззвал к партизанской войне. Его армия быстро адаптировалась к такой политике. By July, Hitler believes the campaign already nearly won. К июлю Гитлер думал, что его кампания завершена. Так как он не считал Москву стратегическим центром, он приказал бросить все свои силы на Ленинград. Генералы подчинились приказу фюрера. Становится совершенно ясно, что враг рассчитывал исчерпать все силы Советского Союза. Убежденный в том, что в конце концов источник у России иссякнет, Гитлер бросил большие силы на Москву. Но внезапно он заболел. Его доктор попробовал лечить Гитлера пиявками. Гитлеру понравилось это лечение. Он попросил еще, но, к сожалению, пиявки, которые высасывали у него кровь, умерли. Когда Гитлер выздоровел, он обнаружил своей армии недалеко от Москвы. Его стратегия, кажется, сработала. On August the 18th, 19 августа Гитлер поговорил с министром пропаганды Геббельсом о тех беспорядках, которые начались в Германии. Геббельс представил ему план, по которому следовало наказать всех германских евреев. Гитлер одобрил его и пообещал, как только закончится план Барбаросса, начнется высылка германских евреев на восток. К сентябрю 1941 года Гитлер считал себя завоевателем всей Европы. Он планировал дальнейшие нападения на Скандинавию и дальше. Однако в одном из своих собраний он признал Сталина великим вождем и сказал, что он позволит Сталину продолжать его интересный социальный эксперимент среди каких-нибудь гор.
Гитлер сказал, что как только пойдет Ленинград, мы одержим победу. Теперь 4 миллиона человек вышли на улицы города. К сентябрю положение в Ленинграде стало удручающим. Еда была ограничена. 16 сентября небольшая группа танков прорвалась к Москве. И 22 октября атака на Москву возобновилась. Speaking to the cheering crowds at the sports palace, Hitler boasts how one country after another. Говоря своими офицерами, Гитлер сказал: «Посмотрите, сколько стран одна за другой раскрылись перед Германией. Однако самая главная страна Англия так и не завоевана». Однажды он сказал: «Мне нужна война с Англией». Back in the Wolf's lair, a grim jocularity overcomes him. Our India begins planning a giant railway with 10-foot-wide gauge. He envisages it settled by 5 million German farmers. On October the 7th, a huge pocket at Bryansk is sealed. Вскоре он получил доклад, в котором говорилось, что Красная армия вот-вот потеряет свою 72-ю дивизию. От радости Гитлер не ел. На следующий день в подобном сообщении он прочитал: «Мы наконец-то и без всякого преувеличения выиграли эту войну». Теперь на Восточном фронте начались дожди, и вот-вот с небес должен был грянуть первый снег. Соединенные Штаты оставались по-прежнему хладнокровны. Однако президент Рузвельт воззвал к своим военно-морским силам: «Если вы увидите какой-либо военный корабль, уничтожайте его». Но Гитлер оставался безмятежным. Его не испугала угроза Рузвельта. Он прекрасно знал, что американцы со своей боевой техникой не потянут против его армии. His eastern operations are slowing to a standstill. Эта восточная операция вскоре затормозила свое развитие. Все войска были вынуждены остановиться. Германия пыталась пройти дальше, ведя с собой целую колонну русских заключенных. Они были измучены голодом и болезнями. Те, кто не мог дальше продвигаться, пристреливали на месте. Некоторые офицеры докладывали, что местное население встретило Германию как освободителей. Однако была опасность, что это молодежное население вскоре из друзей превратится во врагов. За пределами нескольких украинских городов командиры СС казнили евреев, первоначально ограбляя их. И через три дня все евреи из Киева, около 3000, были расстреляны. Русские евреи своего рода чемпионы, тогда говорил германский военачальник. Они не препятствовали, когда мы их расстреливали. Многие ссылались, что это была необходимая мера. Гитлер был погружен в свою войну и будущем. Он разрабатывал дальнейшие проекты, в которых он завоевывал весь Восток. Он желал помолодеть лет на 15, чтобы он мог по-другому взглянуть на эти процессы. На самом деле, его доктор нашел, что фюрер был болен быстро прогрессирующей болезнью крови. И для Адольфа Гитлера часы начали отсчитывать его последние годы жизни. К этому времени, середина октября 1941 года, почти вся Москва была эвакуирована. Однако армия по-прежнему защищала подступы к Москве. На Украине творилось то же самое.
своих атаках на Ростов некоторые танки выходили из строя. Надежды Гитлера на быстрое завоевание сталинского режима наткнулись на сопротивление самой природы. И он больше не мог продержаться здесь с теми силами, которые здесь были. Кроме того, на Северной Африке надвигалась опасность, не считая уж угрозы открытия Второго фронта с США. Настроение подавленности овладело Гитлером. 130 тысяч человек германских войск погибло уже с начала плана Барбаросса. Однако Сталин не оставлял своего оптимизма. Генералы Сталина стали разрабатывать защиту Москвы. Свежие русские резервы были призваны сюда. Они включали в себя несколько дивизий из Сибири, великолепно оснащенных для зимней схватки. Советское сопротивление было более чем стойким. Гитлер сказал одному из своих маршалов, что он сомневается в победе. Жестокая русская зима по-разному атаковала различные войска Гитлера. Сталинские войска были хорошо оснащены и подготовлены к войне зимой, однако германские войска не имели об этом ни малейшего представления. Здесь, за Москвой, гитлеровская армия начала потихонечку замерзать. The fighting now is marked by desperate, unexampled savagery on both sides. Теперь бои были невозможны. Германцы вынуждены были вырезать целые деревни, чтобы прокормить себя, и снимать одежду с пленных. Четвертая армия начала свое большое наступление на Москву. 2 декабря германские батальоны достигли Химки. Гитлеровские войска теперь находились всего в 12 милях от центра города. Однако далее они не продвинулись ни на единую милю. В эти дни температура показывала 45 градусов ниже нуля. Все военное оборудование, которым Гитлер снабдил свою армию, заморозилось. К этому времени советские войска начали массивную контратаку, бросив почти 14 дивизий против измученных войск Германии. В это время появился танк Т-44. Русский фронт начал колебаться. Для Гитлера начался настоящий кошмар. Все его стратегии ни к чему не привели. Как всегда, он собрался со своими военачальниками в своем бункере. Он решил отправить на фронт помощь, состоящую из зимней одежды. Во время одного такого совещания американское радио объявило, что американский флот только что атаковала японская армия. Япония объявила войну Англии и США. Это чудо, говорил Гитлер. Теперь мы не проиграем эту войну. У нас союзник, который на протяжении 3000 лет не подвергся ни единому сокрушению. Однако, возвращаясь к Италии, он заметил, у нас есть еще один союзник, которого постоянно завоевывали, но он все-таки за нас. 11 декабря он объявил войну Соединенным Штатам. И все-таки внутри его инстинкт подсказывал, что так поступать ему не следовало. И в один из последних вечеров
1941 года он заметил, как странно. Заключив союз с Японией, мы уничтожили любое отношение между Дальним Востоком и нами. Англия, воюющая против Европы, вот-вот соединится с большевиками. Гитлер в эту зиму проявил всю свою тягу к власти. Все происходило только в зависимости от его решений. Он приказал своим войскам ждать наступления весны. Тот, кто отказывал ему подчиняться, тут же пропадал на линии фронта. Его влияние на человека, на людей оставалось очень огромным, и вскоре многие из его командиров оказались на фронте. Япония воевала на его стороне, однако на Восточном фронте ему грозила капитуляция. В этой ситуации был всего лишь один выход — воевать и воевать, начать немедленное наступление. Войска должны начать немедленное фанатическое наступление. Something of the loneliness of absolute power must have gripped Hitler in these weeks. Что-то сокрушало, однако, Гитлера в эту зиму. Он не знал, правильно ли его решение, и не навлечет ли это неприятности на его армию. Советские войска держались определенной стойкостью. Появились первые немецкие пленные. Те, у которых находили форму СС, расстреливали на месте. Hitler's pitiless leadership saves the army from extinction. Гитлеру, однако, удалось спасти армию от разгрома. И это было правильное решение. Это стабилизировало линию фронта. Вскоре он начал подумывать о следующем наступлении своих армий. Эти драматические события на земле перенеслись также и на море. Гитлер приказал своему флоту возвращаться домой. Он приказал им пройти через английский флот, не тронув его. Однако английский флот сам обрушил атаки на Германию. Последствия были плачевные. Это был ответ на унижение мистера Черчилля. Гитлер вновь выступил с речью, и он заставил всех своих офицеров поверить в его лидерство. Уходя с платформы, он казался подтянутым и смелым. Гитлер ждал наступления весны. Он надеялся начать новое наступление на Кавказ, как только позволит погода. И пока снега стаивали, великая болезнь овладела вождем. Те, кто навещал его, говорили потом, что Гитлер был полностью истощен и сер. Во время следующего лета Гитлер планировал послать свои войска на Сталинград и завершить операцию против Ленинграда. Многие решили, что Гитлеру стоит завоевать нефтяные промыслы Кавказа. У Гитлера не было выбора. Он, как и Сталин, нуждались в нефти. Сталин призвал мистера Черчилля открыть второй фронт. Однако Англия была еще не готова. Гитлер сказал доктору Геббельсу, что на террор можно ответить только террором. 8 мая 1942 года войска
воюющие в Крыму прорвали линию фронта. И Гитлер начал свое новое наступление, несмотря на советские танки. Гитлер планировал прорвать основные силы на Кавказе и завоевать нефтяные промыслы. И как только нам это удастся, говорил он, мы вырвем кадык у советской системы. Позже он просматривал сражение за Москву как кошмар. Среди сотен заключенных он не видел ни одного лица, не видел ни одного испуганного лица. Гитлер решил бросить дополнительные армии в июне. Он планировал при помощи обширного наступления прорваться к Волге уже в сентябре. Однако его армии не удавалось продвинуться так быстро. Красная армия воевала слишком самоотверженно. Гитлер получил радостные и неожиданные новости о том, что Роммел одержал новую победу. Британский флот уехал из Александрии. Теперь, думал Гитлер, британцы избавиться от мистера Черчилля. Однако Англия приготовилась к новому нападению. А у Роммела оставалось всего-навсего 70 танков и небольшая кучка народу. Гитлер, сказал, стоял от нефтяных промыслов всего в 70 милях, но перед ним встали горы. Гитлер приказал своему маршалу пересечь горы по Каспийскому морю. The advance encounters increasing difficulties, and time is running out. Это было довольно трудно, а время шло. Гитлер проклинал своих генералов за то, что они не могут выполнять его приказы. By the end of August 1942, к концу августа 1942 года defeated by impassable roads, его войска застряли в горах and driving rain and snow. Под снегами и дождями. Гитлер ненавидел генералов, которые не могут исполнять его приказы. На северо-востоке началась схватка за Сталинград. В конце августа Гитлер послал сюда 6-ю армию, но здесь она встретила мощное сопротивление советских войск. Гитлер также возобновил в начале сентября атаку на Ленинград. Кроме того, вышла новая разработка его «Тигра». И 27 августа советские войска ударили точно в то место, куда Гитлер опасался, они могут ударить. 2000 miles away, Panzer Army Africa, севернее находился другой фронт Гитлера. В лесу, который окружал штаб Гитлера, Гитлер выполнял свои собственные решения. Гитлер не знал, но с этого момента ему приходили только плохие новости. Но одно было несомненно, репутация диктатора должна оставаться на высоте. Сталинград, казалось, не хотел подчиняться германским войскам. Каждый день советские позиции колебались, но русские сражались героически за каждый ярд своего родного города. Война приняла совершенно другой оборот. На востоке и юго-востоке началось новое наступление со стороны русских.
В ноябре началось огромное англо-американское нападение. Гитлер приказал части своих войск переброситься именно на тот фронт. Позже он говорил, что ему следовало подумать об этом нападении еще за полгода. И что самое главное, ему следовало подключить к этому Италию. Гитлер понял, что огромная защита русских, которую он опасался, началась. Кроме того, началось огромное наступление, танковое наступление на его войска. И через несколько дней его 6-я армия оказалась окружена. Ход войны, казалось, был переломлен. Единственная надежда 6-й армии была на провизию, доставленную Гитлером вовремя. Гитлер решил покончить с этим кризисом. 24 ноября он призвал свои самолеты сбросить провизию 6-й армии. Гитлер был абсолютно уверен, что его решение правильное и что он переменит ход сражения. Он ожидал большого наступления в районе Сталинграда. Однако теперь провизия поступала лишь через несколько дней, и Гитлер понял, что план Барбаросса стоил его армии слишком дорого. Вскоре должны были подступить новые силы Гитлера. Однако его 6-я армия не могла дольше находиться возле Сталинграда. Советские войска послали 3 дополнительных армии на оборону Сталинграда. И линия фронта была прорвана. Это новое бедствие сокрушило Гитлера. 17 декабря он попросил своего доктора выписать ему сильное стимулирующее. Доктор предупредил его о том, что его сосуды могут не выдержать. «Я не боюсь смерти», — ответил Гитлер. «Это будет для меня лишь избавлением. Я живу лишь для своей страны, для своей Германии». Теперь 6-й армии грозила ужасная ситуация, почти разбитая. Она вынуждена была погибнуть голодной смертью возле Сталинграда. Гитлер потратил почти 1/4 миллиона своих войск. Однако он надеялся на победу на Кавказе. «Если мы победим, — говорил он, — ничто не спасет советские войска от поражения». Паульс сложил уже здесь 70 дивизий. Hitler steels himself against Paulus's entreaties. Гитлер вел себя совершенно непохожим. Вскоре вся армия остановилась. Войска голодали и умирали. 27 декабря Гитлеру удалось эвакуировать часть своей армии с Кавказа. Несомненно, это было правильное решение. Сам же Гитлер говорил, что отступление из России не конечный поворот войны. Последние армии были эвакуированы в январе. Удалось спасти 29 тысяч человек. Однажды Гитлер заметил, разговаривая с одним своим маршалом: «Никто не ожидал такого оборота событий. Никто не думал встретить такое фанатическое сопротивление». В это время Красная Армия продолжала свой прорыв. Линия фронта отдалялась все дальше и дальше от Сталинграда. Генерал Паулюс отказался сдаться. Он послал свой последний доклад Гитлеру.
Твой приказ, фюрер, закон. Да здравствует Германия! Hitler steals himself to the inevitable. Гитлер оказался перед неизбежным. Его солдаты вместе со своим героизмом были погребены под Сталинградом. Смогут ли в будущем его солдаты воевать с такой же силой, с которой они воевали? 29 изуродованных трупов было эвакуировано к тому времени. Оставшиеся солдаты смогли написать домой последнее письмо. Когда прилетел последний самолет, он привез с собой 19 искалеченных людей и 7 коробок с письмами. 6-я армия потерпела поражение. Паульса захватили в плен. Из выживших 103 тысяч человек только несколько тысяч могли снова встать в строй. Для Гитлера это было настоящее поражение. Где его Германия? Где его командиры? Где его солдаты? И современная технология. Теперь все это должно было отступать на Восточном фронте. Ночами он не мог заснуть, и каждая ночь становилась все длиннее и длиннее. В Северной Африке Роммель был близок к последнему поражению. И через месяц уже все силы не могли предпринять ни единого нападения на любом фронте. Войска Англии и США обрушивали атаки на германские города. Однако Гитлер получил документ, в котором говорилось, что русские потеряли более 11 миллионов человек. Это немного приободрило Германию. Гитлер решил, что больше России не выжмет. Ему стоило только подождать, пока его производство наладит выпуск новых подводных лодок, танков и самолетов. Гитлер сказал, что 1943 будет годом ответного удара. Продюсер Дэвид Макуайлд.